операції ВО «Заклі». Bet kopā ar velospēdu slēdzenēm un pašiem velospēdiem saka īsts un Rūdīts Zaglis, kurš savā dzīvē nozadz vairāk nekā 200 velospēdus. Ierodoties televīzijā pirms intervijas, aicinām viņu iepazīties ar nelielo veloparku, kas atrodas pie Zaķu salas ēkas durvīm. Na danu momentu viņa baļši, no jā bišķi fleksam un tā, ko tā brizāju, štobu mņa bila lēkši, primērnā, na palavīnu, da, jā ik abrizāju, štobu mņa bila lēkši sumku zasunūt, štobu ik nebila vidno. И потом вот все обрезаю. Ни один из этих вот я по фирме смотрю то, что вот я бы ни один из них бы не взял, но как бы вот этот вот, ну он плохо, да, прикручен. Лучше делать вот так через колесо, да, его. Как бы вот этот вот вообще запросто можно открыть. Вот, допустим, я даже если своими ножницами возьму, да, вот так вот сделаю раз, два, да. И будет уже как бы замок открыт. Конечно, главное сила, ну чуть-чуть ума сила. Этот вообще тоже запросто, потому что, ну как бы он даже тоньше, чем вот этот вот, да. Даже вот так вот я сделаю, да, к примеру, да, вот так нажму ногой, и он уже отломается. Результатā Zaglim šiem velobraucējiem ir divas ziņas, viena slikta un viena laba. Sliktā tā, ka ar jebkuru no šīm slēdzenēm viņš tiktu galā maksimums vienas minūtes laikā. Labā savukārt tāda, ka neviens no šiem velospēdiem nav tā vērts, lai ar viņiem krāmētos. Paraugu demonstrējumu nolūkā viņam atļaujam arī vienu trosi, kā teica, pārkost. Берёт, берёшь без разницы, где ты берёшь, всё. Всё, замок откусан. Aptuveni 30 gadus vecais puisis ir tiesāts vairāk kārt. Par velospēdu zādzībām no tām divas reizes. Nu jau iekritis trešo reizi. Zakt riteņus gājis kā uz darbu, un viņam ne reizi nav gadījusies slēdzene, ko nevarot atlaust, pat visdārgākās. Zadzis ne tikai Latvijā, bijis gan Anglijā, gan Grieķijā un Kiprā, un uz visiem šiem varoņdarbiem dzinušas narkotikas, no kurām viņš ir atkarīgs. Velosipēdu jā kradu, patamu šta, nu... Надо на что-то прожить, да, потому что и плюс еще на дозу нужно, да, вот, и как бы вот поэтому и краду, а краду уже лет 11-12, наверное, и краду только самые дорогие, вот, потому что самое, смысла нет убрать дешевый вариант, мне их нужно будет 5 своровать, чтобы это самое получилось так, то что... Ну, там или на дозу, или прожить, на прожиточный день, так скажем. А когда берешь дорогое, хватает, на сутки хватает у меня денег. Куба, там, брейк, потом кросс, вот. Ну, все вот эти вот дорогие фирмы. Вот. Да, выше 500 евро, вот самый дорогой у меня был 2000 евро с... такая рама легкая, вот. Бывает такое, то что вот его берешь, да, они щипованные, да, ну то бишь GPS на них. Velospēdus pārdevis gan Latgalītē, gan Nesis uz Lombardiem. Protams, tūkstoši par tiem tur neviens vairs nemaksā, un tomēr skatās, vai velospēds ir zakts vai nē. Bet arī pret to esot savas receptes. По полстоимости практически это считается, да, ну, зависит от качества, да, в каком состоянии. И в основном вот я как бы сдавал вот к Янису, да, вот на Латгальский рынок, все это как его, погоняло у него, когда его тоже там прижало, вот это служба, да, полиция. Вот, то он сказал, что лучше полными не нести, а нести по запчастям, разбирай, там допустим, по колесу, там, раму относить, там, педали. Когда он не брал, допустим, в основном вот на Меркеля, там, вот, в 24 ЛВ, там, ну, или по райончикам, там, в 24 ЛВ берут без, вообще ворованное без проблем. Вот, и вот когда я не, ну, как бы еще не был в черном списке в 24 ЛВ, да, это самое, вот все время туда сдавал. Ну, когда уже получалось так, то что
я в черном списке, я искал какого-нибудь человека там за 5-10 евриков, знаете, ну там или из знакомых, там или знакомые знакомых, вот там созванивался, то я им платил, они на свое имя, ну то бишь я закладывал на их имя. Arī zagļa medību lauki ir bijuši visdažādākie – līdzes uz balkoniem, ložņājas pa pagrabiem, garāžām un privātmāju pagalmiem. Bet pirms tam visu rūpīgi plānojot. Da, z balkona pirmā, otrā, maksimum trešā etāž. Vot, etā, vot, takie, vot, hadavī, tak skažam, vot, katori, vot, možno zdēlēt. Vot, zalēst tožu lēgko pa balkonam. Вот. Но люди, видите, неосторожны, то, что они на балконах оставляют, понимаете, иногда и не пристегнутым, а иногда, когда пристегнуты, он не какой-нибудь железки, там, а просто пристегнутый. Но это вообще, ну, запросто можно сделать. Днем смотрел по балкону, вот, если там что-то получил, видел, там уже сфотографировал, ночью все сделал. Да, ну, сфотографировал на память, я имею в виду. Вот. И если не было ничего по балконам, шел в какие-нибудь гаражи. Вот. Гараж открывал, там, смотрел, есть ли велосипеды там или что-то там. Gal rezultātā gan viņš iekritis uz GPS sistēmu, kas ir iebūvēta dārgākajos velospēdos un ar kuras starpniecību var izsekot velobraucēju pārvietošanās maršrutu. Šādas velospēdes kā viltu sēcmas velozagļu ķeršanā pat labam izmanto arī policija.